Всем привет! С вами Филипп, канал магазина FreePub, и сегодня мы поговорим с вами о мотокедах Shima SX2. В общем ролике мы уже рассказывали про мотоциклетные кеды, и сейчас я расскажу вам про те кеды, которые считаю самыми удачными из всех кед, которые вообще я видел. Итак, что же я считаю удачным в этой модели? Очень твердая подошва, которая не позволяет деформировать ногу вот в таком разрезе. Далее, здесь есть усиление носка и пятки. Достаточно крепкие усиления, то есть, например, кулаком я бью, и мне достаточно больновато. Собственно говоря, если этот ботинок приземлится на носок, то, в принципе, ничего вы особо не ощутите. Что я вижу здесь из минусов? Но этот минус, который идет из всех, скажем так, составляющих мотоциклетных кед, это то, что у них слабая защиты щиколотки, либо ее вообще практически нет, то есть обычно ставят какую-то чисто символическую блямбу, которая, по сути, защищает не только от какого-то очень легенького удара. В основном мотоцикл, конечно же, падает нам именно вот в этом районе, в районе щиколотки. Это, конечно, для меня довольно солидный минус. Однако есть альтернативное мнение. И в первую очередь это то, что в них все-таки есть какая-никакая защита, и она будет лучше, чем то, что вы будете ездить в тапках или в кедах. Второе, это самые вентилируемые ботинки из всех мотоциклетных бот. Поэтому зачастую очень многие люди склоняются от мотоциклетных бот в пользу обыкновенной обуви именно по причине того, что в ней очень жарко, прям невыносимо жарко, и кеды — это реальное решение Соломонова такое. То есть в них будет очень комфортно ездить в жару. Третье, это то, что они реально выглядят как обыкновенная обувь, в ней гораздо удобнее ходить, чем в классических мотоциклетных ботинках, и уж лучше, чтобы какая-то защита была, и я, в принципе, полностью поддерживаю это мнение. Ну и в-четвертых, президент моего мотоклуба, который ездит уже на мотоцикле около 20 лет, он мне говорит о том, что я сильно перестраховываюсь, и что в мотоциклетных кедах он уже и падал, и у него все было в порядке. Это альтернативное моему мнению. Я все-таки склоняюсь больше, конечно же, полуботинок. Ссылку на данные ботинки мы оставим в описании. На этом все. С вами был Филипп, канал магазина FreePub. Подписывайтесь на наши обновления, жмите на колокольчик, ставьте лайки и до скорого.